Военное политическое руководство Армении вместе с пожилыми людьми привлекло к военным операциям в Нагорном Карабахе и подростков. Грубое нарушение руководством страны-оккупанта международных норм и конвенций было запечатлено на видео. Как видно на видеозаписи, армянским военнослужащим помогает 12-13-летние подростки. Газзанэ. Аликитага Валерика. Валерий, церковара, брат. Айо. Эне лахпенене рускина, вагацанудна, бай эси баннер. Вахтерес. Эйч мяцин привет.